Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их биографией. Питер Джексон. Питер Чарльз Джеффри Джексон родился в Брайтоне 4 марта 1922 года. Британский художник, известный своей мультяшной лентой «Лондон страннее, чем вымысел», которая каждую среду выходила в газете «London Evening News». В ленте были представлены причудливые и малоизвестные исторические факты о Лондоне, в легко читаемой, иллюстрированной мультипликационной ленте. Полоса работала непрерывно с 1949 года, пока газета не закрылась навсегда в 1980 году. Полоса Питера Джексона «Лондон страннее, чем художественная литература» вышла 10 августа 1949 года. Джексон с детства проявлял талант к иллюстрации. Я цитирую переводную Википедию, данных не очень много. Джексон посещал школу искусств города Вилсона. Он отправил несколько набросков в газету в 1949 году, и по счастливой случайности газета искала художника, который снял бы ленту о Лондоне в то время. Его наняли, и его работа стала успешной, что дало начало сборникам его произведений. Он также является автором мультфильма «Саул и Старса», который появился в первых выпусках комикса, отражал религиозную веру Джексона. Его работы также появлялись в детских образовательных комиксах. Джексон стал известным коллекционером антиквариата и документов, относящихся к истории Лондона. Общество эфемеров вручило Джексону медаль Самуэля Пеписа за его вклад в исследование эфемера. В 1995 году женился на Валери Харрис. Большую часть своей жизни Джексон провел в Лондоне, городе, который он любил и который был главной темой его художественных работ. Последний этап жизни художник провел в лондонском районе Нортон, где и скончался в 2003 году. Ну вот так немного из Википедии переводной о британском художнике, известным своей мультяшной лентой «Лондон страннее, чем вымысел», Питере Джексоне. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.